По нашим 150 рублей? Да. Сколько мяса? 150 рублей мяса. В общем, товарищи, такая новость. Мы сегодня увидели курс лиры, и он впервые исторический минимум сегодня. Впервые одна лира стоит 8,98, по-моему, да? 8,98. Да. И падает. Вот, и еще падает. И мы вот думаем, если доход в рублях получать, даже онлайн работать, здесь прям крайне выгодно жить получается и платить за квартиру. Я посчитал, вот сейчас у нас за квартиру выходит 14 тысяч где-то, ну 14 300, там вот так вот. Так что такие дела. Я сегодня смотрел, сейчас завтракал, смотрел пранки. Егор Дазлинг, знаешь такого? Нет. Из Самары чувак. У него там 100 с лишним тысяч подписчиков. Ага. И он использует такую же камеру. Панасоника, она я показывал прям, вообще. Она увеличение там вообще суперское, короче. Луну-то вчера увеличил. Я луну смотрел вообще. А мы увидели, я такой говорю, о, Денису скучно похоже вообще. Я давно хотел просто луну снять на нее, попробовать. И вот будем снимать все подряд. Не получается. В общем, купил я сегодня колбасу. Она из индейки, оказалось, 500 грамм, 14 лир. Ага. Вот, ну, дороговато, да, по сравнению с той. И там, в общем, 15 грамм жира и 12 грамм белка на 100 грамм. Ну, по вкусу, ну, не прям супер, как вот ту зеленую мы брали. Ага. В общем. А мы тут нашли лимон, который мы хотели сорвать. Ну, да? Сорвали? Мы хотели ночью прийти, но мы ночью высыпаем. Я вообще боюсь ходить сейчас вот даже на пляж. Да. Ну, блин, ну нафиг, здесь штрафанут, то все. 3150. Сколько? 3500 лиры. Ну, 30. Ну, сейчас со скидочкой, ну, получается. Со скидочкой, это как в Самаре. Тысяч... В смысле? А почему за скидочкой? Лира упала. А, нифига себе скидочка, блин. А, я думал, нам. Я тоже. Ты думаешь, что это нам? Я такая, я собаке улыбалась. Вот, а 101, короче, самый, один из самых дешевых магазинов. Но это дешевый не значит некачественный. Здесь такие же качественные, хорошие продукты. Ой, я набрал, короче, продуктов полный рюкзак на 1000 лир. Нормально. Ой, на 1000, фу ты, блин, на 100 лир. На 1000 рублей, да. Ну, полный рюкзак, короче. Буду сегодня греческий делать, Аня. Греческий будешь? Да. Классно. Нифига, так что... Романтик. Да. Я, наверное, здесь буду. Ладно, пойдем зайду. Ага. Были 15, стали 14 лет. 15 лет. So expensive. Смотрите, кмек кончился. Ага, блин. Это придется два брать. Он прям разлетается. Я тоже всегда думаю, взять два, наберу один и очень тонко режу, чтобы бока не сильно росли. Они хоть и растут, но медленно растут, а тут... Ну, это... Отъедаемся. Нормальная пища. Один, я в другой ходил, который вот где этот, где Carrefour с той стороны. Ну, одно и то же, я все набрал. Здесь апельсины, яблоки дешевые. По 30 рублей в пакетике, таком сеточном? Не. А, значит, по 5 там с половиной лир яблоки и по где-то 5-9 апельсины. Вон они, кстати. Давай проверим. О, 5,95 апельсины. Ого, авокадо подешевел, придется купить. Это я найду. Ребят, авокадо 3,95. Халява со скидкой. Авокадо по 30 рублей за штучку. 35.
Вот, даже немножко мягкий. Возьму, не знаю, одну штучку. Да, одну штучку возьму, наверное. Сегодня купил вот такой йогурт. Сколько тут веса? Полтора килограмма, в общем, 1,5 килограмма веса. Это 9,90. За 90 рублей 1,5 килограмма йогурта. 4% белка и 1,5 жирности. Чего? Помнишь это? Есть видос, где на ЖД такой подходит. Так, здесь снимать. Че там, блядь, нельзя или что? Снимать или нет? Нет, вот такой, здесь снимать. Нельзя. Блядь, там что-то матное. Здесь трава посвежее. Он замороженный, поэтому он дешевый. А здесь охлажденный. Вон, расставится. Яйца 19,90. Но на самом деле на рынке за 17 можно лир взять. Это 150 рублей 30 штук. То есть по полтиннику 50 рублей за 10, за десяток. Представляете? Вообще огонь. Это на рынке. Здесь чуть-чуть подороже 19 за 30. 19,90 за 30 штук. Че, какой объем? 3 килограмма. 3 килограмма, почем его выходит? Ну, тут по местным этим 100, да, короче, 15, 16. Вообще огонь все равно. 140 рублей где-то. Нормально. За 3 килограмма йогурт, да, огонь. И чистый можно, с макаронами. По второму сниму. О, вот эту колбасу я покупал. 10,3 лиры. Килограмм, вообще классная, классная колбаса, супер. А вот это сейчас купил, это из индейки, 500 грамм, 14,95, 500 грамм, классная тоже колбаса. О, самая вкусняшка, прям мясо, бастурма. Это дорого, 70 грамм, 11,45. 100 грамм, 100 грамм 22, это вообще элита какая-то. 20. Сейчас смотрели, сейчас 3 килограмма. Килограмм, да? Да. Так какая вот цена? 25, да? 25. Ты классный сыр. Мы его... 40 рублей. Вот килограмм. Тоже 22. Это вообще дешевле еще. Я такой же взял сегодня утром. Да. Че, какой? Или жидкий ты хочешь? Я не знаю, мне хочется. Да. Нет, на запись. 22,50 вот этот вот. 200 рублей килограмм. Ну его долго есть будешь, прям несколько дней, конечно, на завтрак, на ужин, как закуска. А вот если 120, то, наверное... А, ну то же самое? Да, то его... А, хотя... Если типа меньше хочешь, то можно вот это... Ну это в два раза меньше, вот этот выгоднее. Чем больше объем, тем выгоднее. Да. А это что за хрен? 900 грамм там всего лишь. А, 900 2 килограмма, считай. Нормально. В смысле? Почем? 900 же написано. А, 900 грамм. Это чистым, типа а чисто 1700. Сыр, а так? Ну, это дорогой сыр. 32 да. Стоит. Да. А вот 180 есть, но сколько? А, 650 грамм. Ну, 650 грамм. Нормально, да. А, в смысле, хотя... так это тоже самое. То, что на ты выходит. Килограмм выгоднее вообще, берите. Короче, и все. Да, будем брать или творожный хочешь взять? Нет, творожный. Там творожный есть. Творожный взять. Вместо нутеллы масла. А это нормально интересно? Пока что сейчас. Чизкейки вот эти вот вообще огонь. Я, да, мы их все перепробовали с Аней. Но самые вкусные, вот они фруктовые. Там вот, я вот сейчас такой взял на вечер. Малиновый, лимонный, вообще класс. Стоят они нормально, 15,95. Как десерт пойдет. Какой вес нормальный. Хозяйственное. Какие-нибудь, может, штучки, дурочки довезли интересные. Что тут есть? Наушники дешманские. Ага. Они, что, они беспроводные? Что? А, они проводные. Что такое? Труселя. Вот теперь.
13 лир. Блин. Это стульчик. Что это такое? Стульчик, как я понял. А, да, стульчики они любят такие. Да. На море сидеть. Да, на море все сидят. Значит, это и дешевле. А что такое? Плавки? Прикольно. А, это этот. Стоп. Домашний стиль какой-то. Гуль, смотри. Тебе это для фитнеса не нужно? Мне? Да, 180 рублей. А топик типа? Да. Мотивация, типа новый топик, значит, тренировок и тренироваться надо. Мотивация. Я йогой начала заниматься. Во, видишь? А, вот у меня йога вот. Ну, тоже нормально. А у Ани мотивации, покупают новые штанишки спортивные, все, можно тренироваться. Один раз позаниматься еще. Я просто могу купить, один раз позаниматься и бросить. Что это за пакетик? Для пикника. Прикольные. Вот это что такое? Пакетик, наверное, это. Чей это? Гандол. Кто? Гандол? Всегда что-то вот есть тут интересное. Такой пакетик, чтобы не покупать. Для запаха там есть. 50 рублей где-то он выходит, 55. Как у нас. Блин, нормально. Как у хрень. Пожалуйста. Что ты сказал, повтори, пожалуйста. Огорчу вам пасту. На камеру. Закончилось. Полтора килограмма. За сколько там было? 22 лиры. За 22 лиры. Ну, видишь, местные тоже любят пасту. А что там есть со скидкой? Вот это. 40 спит. 2,5. Охренеть. Ну, 2,5 много. Вон она. Другая не, фирма, как да, какая-то? Немного, но... Ну, так-то она немного, другая. Да. Но мы ее два раза дешевле покупали. Да, получается. Полторашку. Ну, ладно, что. Слушай, в других магазинах, в других, может быть, в 101. Можно зайти сейчас. Ну, всякая хрень, если честно, типа акции. Да, какая-то. Мед есть? Да. Вон баночка меда. А, да, типа. 14. Ну да. Грамм 200, да? 300. 460 грамм. Вау, нормально, почти полкило за 140 рублей. Интересно, нормально мед? Блин, взять что ли? А смотри, какой он густой. Он густой прям. О, мы в Китае мед покупали, там вода вообще. Да? Да. А здесь он густой, весь хороший. Блин. Ладно, я не буду брать пока, но у нас паста еще есть. Да, ну когда а паста ты что, мед есть, решил взять? Нет. И что, проводишь? Это как нитки? Вот так волосы вот, выдирать. Вот так проводишь вот этой штучкой, вот так вот, и у тебя волосы выдираются. Тебе здесь. Бровь можно выдирать? Ну, выдрать да. Так. Целиком. Это для лица. Это такие мелкие, вот тут, вот тут. Пушок, да? Ну да, вот видишь, как нарисовано. Охренеть, что продают, а? Шугаренько. У нас делать. Такого нету. Ну да. Да. Знаешь, как больно этим делать? Кокосовое масло? Да. Почем почему-то оно? Оно не в холодосе. Да. А слушай, а в холодосе оно белым. А, ну оно и есть белое. Белое, да. Может, тут холодно? Ну, чтобы погреть надо как-то. Да. А сколько он стоит тут? 17,45. Или вот это? А, вот, да, натуроил. Прикольненько. А где сделано? Где сделано, Гуль, почитай. Должно где-то в Азии, наверное, сделано быть. Не, ничего не написано? По-турецки, не? Это, походу, турецкий. А, ну да, может быть. Ну, прикольно. В Турции. Здесь кокосы не растут, только. Made in Turkey. Зубная паста. Ну, так. Дороговато. Хороший, да, мы дешманскую не смотрим. Во. Нормально, 31. Мои покупки на сегодня. Для чего вот этот тахин нужен, который типа, это как урмеч? У них хватает из кунжута. Это паста, да? Нет, она ну как паста, а там наверху еще вот столько жидкости, масла. Ну да, как паста получается. Не знаю, ну что, куда сейчас, домой?
Можно, да? Перекусить, чай попить. Переодеть. На пляж все-таки. Попробуем на пляж. Или не будем? Ну, блин, ну я смотри, я так-то уже не могу особо идти. У меня Аня проедет в 5 часов. Сейчас время 3 уже. А, 2, 2 сейчас где-то. 4 часа. А, ну все. Как называется? Самолет. Ну, чай попьем. 4 часа за ней заедут. Ага. И. Да, привезут, считай. А, они 2 часа ехать. Да? Это Симба. Тем более, тебя кто выкинул? Ну, глазик болит. Они многие, кстати, на один глаз. Ну, дерутся по ночам. Или Вика. Сравни на вашу землю. Рафаэль, блин. О, собака навалил, блин. Я камеру включаю. О, блин, прямо на дороге. Господи. Да ладно, разнесёт. Ух ты, блин. Ой, капец. Бывает. Вот тебе нутелла. Молодцы, молодцы. Убирают местные. Убирают собаку. Русские, что ли, были на пляжу вот там вот, где фуникулёр. Она не убрала за своей собакой. Ну, русские не убирают за собаками, да. Она гадила. Ну, просто уже на дороге посередине нападает. Палево. Бля, я даже руку не буду опускать. Вот сейчас Рафаэль что-то увидит, скажет, а я сразу камеру. Опа! Не, пока что ничего. Да, да, да. Так я зимой загорал, блин, я всю зиму загорал. А вы загоревший приехали. Да? Я больше, чем Аня, загораю. Аня, наоборот, загорели. Вот здесь мы живем. Че, так, сейчас я запишу еще чуть-чуть. А, в общем, сегодня пятница, какой-то государственный праздник, да, в Турции? Какой день праздник? День независимости и день защиты детей. Сегодня, да, в Турции вот такие праздники. И, в общем, сегодня карантин, рынки не работают. И мы пошли в магазин за продуктами, а стал один. И, на самом деле, народу везде полно. И сейчас переоденемся и рискнем пойти на пляж. Не знаю, как это все будет. Напомню, что штраф, да, если нас в карантин на улице поймают, 3150 лир. Ну, где 30 тысяч рублей. А не наш. Да. Быстрые ноги, пизды не боятся. Да, кстати, быстрые ноги. Ну, рискнем, пойдем на пляж, и я поснимаю. Все, давайте. Всем привет! И к нам приехала Анечка! Ура! Наконец-то! У нас сегодня суббота, я снимал вчера магазин А101 и показывал, что на улице очень много было людей. Вот, в пятницу тоже карантин был, потому что был праздник турецкий какой-то национальный. День сегодня, детей. Ну, день детей, да. Сегодня суббота, и мы также идем в магазин уже, в другой. В какой пойдем, Ань? Щёк. Пойдем в Бим и пойдем в Щёк. Поснимаем там и сходим на набережную, посмотрим, есть ли люди все-таки в карантин, нарушают они или нет. Погнали. Китайский мотоцикл. Туристы? Думаю, это местные жители. Идем в Щёк? Да, да. Нет, в Щёк мы не пойдем, потому что я на них обиделся. Кафешка? Да. Вот это, помнишь, ее строили, вот ее, по-моему, открыли. Открыли и закрыли. Ну, как бы временно. Да. Надо посмотреть. Мне интересно было, там завтраки. Вообще, знаешь, мы с ребятами ходили все время в билете кушать. Это так выгодно. Там суп, чорба. То есть он такой, как пюре. Что-то снимать. И всегда вот, ну, где-то около 100 рублей это стоит. И ты вот съедаешь чорбу, и ты взял второе, и понимаешь, что ты уже не хочешь второе, потому что чорбой вполне реально наесть. Я его не пробовал. Ну, вот надо попробовать. Есть куриная чорба, есть меремек, называется, чечевица. А? Вот так давай пройдем. Вот. Ну, мне больше всего из курицы понравилось. И в отелях, и везде всегда как пюре делают чорбу.
аккуратно, дети. Я понимаю, что в ресторане такие приемлемые цены, и это первым делом я смотрю на цену чёрпа. Если она 10 лир, то это хорошее кафе, и там можно кушать. Все остальное там тоже будет не очень дорого. Блин, почему я это не снимал? Вон Рафаэль. Когда он появляется, ты никогда не снимал. Да. Как ты меня интервью берешь? Бим, наш любимый магазин. Пока. Да. А, нет. Нам нужно только мясо и вода. Бетун пощет тавук. Целую будем брать. Это что такое? Это курица целая. Не как обычно. Я не знаю, хочешь целую возьми. Хочешь оперочку. Смотри, тут есть индейка. Может, индейку возьмем, вот такую мы обычно берем. Я хочу, чтобы на сегодня и завтра хватило. Вот это капама за 23 лиры. Есть хинди-багет. Хинди-капама. Это не недорого, в принципе. Это, учитывая, что лира сейчас стоит 8,9 рублей за лиру. Исторический минимум. Я думаю, можно индейку взять за 200 рублей. Надо килограмм. Обменять валюту, пока это историческое событие такое. Вот это, да? Ну, подожди, а вот это филешка почем? Ага, гюгюс. Гюгюс. Гюгюс это филе, да. Это шевелы, что ли? А вот если ножки, то 20. Багет 20. Ну что, ножки там есть, что есть? Есть вообще-то. Давай ножки возьмем, попробуем, давно не ели. Ну давай, попробуем. Бананы 13 лир. 110 рублей бананы. Есть еще за 10, вот, 9,95. Ага. Так, ну, я думаю, а может быть возьмем... У нас есть апельсины? Есть. Ну все, яблоки. Есть. Алло. Значит, не берем, да? Апельсины? Нет, нет. О, слушай. Очень вкусный салат из этой штуки. Салат? Да. Только нужен такой, знаешь, типа уксус или что-то. Ну, да, потом возьмем, ладно. У нас полный холодильник. Лисовый пледик такой, да? Угу. Много всяких штучек интересных появляется. Да, мне нравится. Много народу. Так, молоко нам не нужно. Нет. Нет. Сладкий за 179 лир. Вот. Она такая небольшая, но все равно прикольно. Да, прикольно. Наушники. Беспроводные, да? Не знаю. 750 рублей, что? О, смотри, этот термос такой маленький. Мария, почему он такой дорогой? Наверное, очень хороший. Где же 24 часа? Холодную, а горячую до 6 часов. У нас, в общем, полка. Все для кемпинга. Палатки, фонарики. Колонки портативные. Это я все люблю. Что это такое? А, это коврик. Все, это моя слабость, смотрите. Топорик для кемпинга. Лопатка. И все за 450 рублей. По-быстрому забежим в щек. За водичкой. Хочу посмотреть, что тут интересного. Это все для машины. Мед. Мед, варенье. Макарошки. Вот эти хорошие макароны за 3,5.
Оливковое масло посмотрим. О чем щеки. О, маленькие бутылочки я покупал за 19, пол-литра уже нету. Вот за 21 в стекле осталось. Пластик, все пластик. Как видите, народа полно на улице. Обычно, я думаю, тут еще больше бывает. Ну, это понятно. Но вот сейчас, сегодня суббота, карантин, выходить нельзя. Магазины до 5 работают. И люди все так быстро-быстро в магазин закупаться, да, до воскресенья. Пойдем на пляж быстро сбегаем, посмотрим, как там обстановка. Вот мы на набережной Клеопатры в субботу, в комендантский час. Опа. Так, посмотрим здесь, сколько народу у нас ходит. Мало народу на набережной. Не, ну ходят люди. И с другой стороны. Ходит народ. Погнали на пляж. А, блин, спалились. Как вы так? Мы почувствовали. Почувствовали, да? Не, а как мы так в одно и то же место прошли, а? Там, что мы тут постоянно тусили. Да, мы решили снять вот это. Как так, есть на Клеопатре народ или нет? Все не так много. В комендантский час. Ну, есть, блин, все равно. Смотри, да. Не штрафуют, не? Что-то люди писали, якобы паспорта проверяли. Это вчерашний пакет. Вчерашний пакет? Да. Пакет. Пакет. Я вчера купил пакет за 60 рублей. Да. Я цвет выбирал. Мы клубничку взяли по акции. Огонь где? Вы не брали? В этом во 101? Во, не, я вчера смотрел, не взял. Понятно. По бычкам. Мы вот сейчас задались вопросом, а коты куда здесь ходят? В туалет? Песок? Вот это да, самый видели. Главный вопрос. Ну, еще там, где они живут, там в земле, я вижу, они иногда наверное, вот копаются где-то. Они... Ну да, да. Кайфует. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok.
кот дойдет. Семечки какие-то, хлеб они клюют. Где кот-то? Смотри, одинокий путник. А где кот? А, кот там внизу. И сел. Иди охоться. О, давай пиздошек. Погонял. Поймай кого-нибудь. Давай. Убей. Вот какой-то тормознутый. Кот дебил. Потому что они урчали сколько по духу у нас. Да, они осталось на секунду. Вот она, это, вот эти бегунчики. Целая делегация. Спортсмена. Какие-то жиры, правда. Начинающие, Мираба. Полный Мираба. Какая красивая скала в лучах закатного солнца. А у нас здесь 3 атлеты поплыли. Вон они. Тренируются. Рафаэль. 3 атлета готовятся к заплыву. Не там, вон, женщина есть одна. Вон, они на часах настраивают там что-то, да? Установочки себе. Все, как видите, мы провели на пляже в выходной, в комендантский час, провели полдня. Народу было очень много, 3 атлета тренировались, полиции никакой нет. В общем, все спокойно, нормально, красиво, сансет. И, в общем, хороший день. Народ довольно много на улицах. Вот, собака, ее начали снимать, но она ничего не делает. Всем пока, подписывайтесь.